Всем, кто за здоровое питание, предлагаю вам приготовить сладкий картофель. Смотрите, у меня такой вот свежевыкопанный, розовый, сладкий, прекрасный и очень полезный картофель. Что я сделала? Беру картофель, мою его, разогреваю духовку до 200 градусов и минут на 40 ставлю, чтобы он пропекся. Смотрите, какая красота. Ух. Так, берем картофель. Кладем на тарелку. Я приготовила кусочек масла. Разрезаем пополам. Какая красота! Смотрите, кладете кусочек сливочного масла. Оно подтает. Смотрите, какая красота! Смотрите, это очень полезный картофель. У кого сахарный диабет, пожалуйста, вполне можно употреблять, даже нужно в рацион. У кого проблемы со здоровьем, кто просто сидит на диете, это прекрасное блюдо диетическое. Даже солить не нужно. Пожалуйста, берите на заметку. Всем приятного аппетита и пока-пока!